Сегодня в Брестском государственном техническом университете состоялось торжественное открытие традиционной студенческой научно-практической конференции. Тема «Диалог культур. Прошлое и настоящее». Название форума не случайно, ведь именно диалог является самым главным инструментом и лучшей платформой для развития межэтнических и межнациональных отношений. На пленарном заседании иностранные и белорусские студенты будут представлять свои доклады, в которых постараются раскрыть самые главные и важные аспекты развития культуры, традиций и языка своих стран, найти общие черты и точки соприкосновения. Диалог – это общение. Диалог – это познание своего «я». Диалог – это необходимое условие для поиска истины, научной истины. Увлекательное виртуальное путешествие в Китай, Шри-Ланку и Нигерию участники форума смогли совершить уже в ходе торжественного открытия. Такую возможность белорусским студентам предоставили студенты зарубежные. Музыкальные, поэтические и танцевальные номера лучше любых рассказов и описаний позволяют понять и почувствовать другого человека, так как именно произведение искусства – это единый международный язык, который понятен всем и не требует перевода. Мама уже сказала, надо учить Беларусь. Но я потом приехал здесь, я думаю, здесь люди очень хорошо. У меня это нет проблем. И наш университет, и преподаватели, мои друзья, все нормально, все очень хорошо. И я сегодня на конференцию прошла двумя работами. И рассказать о своей родине, где я проживаю в городе, и о своем языке, и чтобы белорусских братьев ознакомить с своими историями. Мир многонационален, и в эпоху стремительного развития коммуникации, которая дарит возможность общаться, даже находясь на расстоянии в тысячи километров, именно конструктивный и дружественный диалог, толерантность и уважение являются теми звеньями, которые скрепляют и объединяют людей разных национальностей и вероисповедания. Проведение подобных конференций – важный шаг в деле укрепления дружбы между народами.